Я решила представить себя в роли родителя школьника и первым делом составила список покупок. Он получился достаточно традиционным, и вот что в него входит. Это обустройство рабочего места, там купить светильник или новый стул, одежда и обувь. Естественно, канцелярия, принадлежности для творчества, уроков труда, кружков и секций. Для каждого индивидуально. Мы выяснили, для большинства барнаульцев сбор ребенка в школу – это достаточно затратное дело. На двоих 40-45. Угу. Ну, это как бы если полностью с канцелярией, с обувью. Пусть и в среднем брать там, да, просто хотя бы стандартный набор, да, то есть без там дополнительных каких-то там рубах, брюк и тому подобное. Ну, в среднем от 7 до 10 тысяч получается. Это плюс канцелярия и просто пойти в форму на 1 сентября с букетом цветов. Как бы все на этом. Сколько в год уходит на то, чтобы в школу ребенка собрать? Ну, минимум, наверное, 1035, когда и больше даже. Пройдемся по магазинам и посчитаем примерную стоимость школьной корзины. Цены везде разные. Есть как эконом-класс, так и более брендовые люксовые вещи. Поэтому мы составили графику примерных цен на школьную амуницию. И вот что по итогу мы посчитали. Самая дорогая статья расходов – это одежда и обувь. Как для девочек, так и для мальчиков выходит около 15 тысяч рублей. Канцелярия обойдется примерно в 2500, рюкзак – около 2500 рублей. В среднем получается от 15 до 25 тысяч рублей на одного школьника. Сэкономить можно на учебниках. В большинстве школ их выдают бесплатно. А вот на рабочих тетрадях и прописях экономить не удастся. Как правило, они предусмотрены во многих образовательных программах. Но в некоторых школах края предложили альтернативу – не тратить родительские деньги, а использовать одноразовые печатные материалы. В простых тетрадях работаем. Печатаю, что нужно на компьютере, и все. Распечатываю детям. Что понятно точно, с каждым годом собрать ребенка в школу все дороже, а потому опытные родители советуют готовиться к учебному году заранее, а не тянуть до конца лета. Кстати, в торгово-промышленном комплексе на Космонавтов 59 до 15 сентября включительно работает выставка-ярмарка школьных товаров, где можно купить все необходимое.